Здравствуйте. Здравствуйте. У меня очень смешная фамилия. Могарыч. Аллоизий Могарыч. Я журналист. Я живу рядом с вами в такой же квартирке. Правда, у меня тесновато. Я был по делам у вашего домовладельца. Он сказал, что вы здесь живете. Я читал отрывок вашего романа. А я страстно люблю литературу. Дайте мне почитать остальное. Ваш роман великолепен. Спасибо, но критики так не считают. А хотите, я вам скажу, что говорил редактор про ваш роман? Вас обвинили. Познакомься. Здравствуйте. Это... У меня очень смешная фамилия. Могарыч. Аллоизий Могарыч. Я журналист, я живу рядом с вами в такой же квартирке. Правда, у меня тесновато. Поэтому вас к себе не зову. Но если вы меня не выгоните, то я буду приходить к вам часто. Он не понравился мне до чрезвычайности. Я не встречал человека, который бы в одну минуту объяснил мне весь смысл статьи в газете. Причем объяснение это ему ровным счетом ничего не стоило. Он умный человек. Дело твое. Но говорю тебе, он производит впечатление отталкивающее.